даже. А может быть, вопросы будут? Да, конечно. Просто вопросы? Да, пожалуйста, есть вопросы. Вопросы. У меня есть вопрос. Какое-то слово. Да, Валентин Куклев. Да, я хотел бы задать такой сложный вопрос как раз по вашей книге. Что, вот на мой взгляд, Россия – это страна шифра, закрытая страна, страна загадка, парадоксов, неведомого. Вот этот парадокс, у меня просто вопрос. Мы живем на как бы идее справедливости, но в каком-то скрытом ядре вот присутствует тайна беззакония. Да. И она не только вот окрашивает 20-й век, но она все. Да, да, да. Вот, как вы считаете вот, причину этой анонии, да, вот, причину вот этого? Ну, знаете, тут просто нужно, по-моему, вот различить такой момент. Это уже касается конкретной, так сказать, конкретного, в общем, вопроса, да. Один момент то, что, ну, социальная справедливость как таковая, да, если она в нормальных дозах, если она, так сказать, не выходит за границы утопические, да, она совершенно нормальна, да. Я хочу сказать, например, во Франции, да, ну, вот такой просто пример, да, как они добились. В кодексе Наполеона есть такой пункт, что знаменитый врач, ну, раз он знаменитый, значит, он обслуживает богатых, да, берет деньги большие, да, обязан раз в неделю лечить больных в обычной больнице. Для народа, для всех. То есть он обязан раз в неделю приходить, как бы он ни был знаменит, и за небольшую там плату, как положено там в этой обычной больнице, принимать народ. Вот, пожалуйста, вот вам. Это продолжается до сих пор, потому что на кодексе Наполеона держится Франция, в общем-то. Вот. И это полностью можно сказать, что это действительно нормальный элемент социальной справедливости. Да? И врачи нормально это выполняют, совершенно, так сказать, это их не ущемляет, а наоборот как-то и дает им такой аспект, ну, такого гуманизма. Да, в России, извините вас. Да, а с другой стороны, конечно, когда социальная справедливость расширяется до таких безумных моментов, да, когда она становится просто утопией какой-то, да, потому что наш мир несовершенный, и как искать какую-то райскую абсолютную справедливость здесь бессмысленно. Ну, в России этический кодекс, да, почему-то не работает, понимаете? Ну да, то есть, когда почему-то это переходит в меру, работает, тогда, конечно, это вызывает, это, может, из-за справедливости можно столько крови было пролито, да, в то время революции тоже. Короче говоря, благими намерениями бывает вымещен другого. Ну, а в нормальных ситуациях, конечно, нормально. Можно вопрос пожалуйста? Скажите, пожалуйста, ну вот вы говорите о предназначении особом России и о ее культурном больше аспекте, да, называете писателя Достоевского, Толстого, Гоголя, но это же именно наша классика. Мне кажется, современная Россия не является таким духовным, она не наполнена таким духовным содержанием. Да, хорошо, вопрос. Ну, дело в том, что, во-первых, это не совсем так. Есть в современной России, я знаю просто молодежь, которая очень высокообразованна и живет совершенно другим, чем вот общество потребления, так называемое. Да? Вот я просто вижу наличие этих людей, и я не говорю даже о писателях, вот есть такие некоторые, да? Вот, это первое. Второе. Ну, Россия же находится вот в таком состоянии, она перешла от такого страшного, ну, тоталитарного, скажем, режима, да, и неизвестно почему рухнула. И, то есть до сих пор, в общем-то, мы еще в состоянии такого хаоса, да, ну,
кризиса, хотя сейчас весь мир в кризисе находится очень серьезно, да, и духовный кризис – это вообще весь 20 век, вторая половина суток. Ну, экономически, но если говорить о нас, мы, так сказать, находимся в таком тяжелом положении. Мы только выходим из этого, может потребоваться 20-30 лет такой нормализации и возвращения к тому, кем мы были всегда. Юрий Витальевич, а помните ваше интервью о большинстве и меньшинстве? И ведь при Достоевском и Бритовском был... Да. Я хочу сказать также о том, что, в общем-то, если говорить просто о культуре, то культуру ведь делает меньшинство, действительно. И науку делает меньшинство, и политику меньшинство. Куда ни ткнись, везде меньшинство. Потому что эту знаменитую русскую классику создали фактически, если говорить о прозе, там 8-10 писателей за все столетия. Да? Вот. Поэтому, ну и вот есть знаменитые слова о том, что если в городе есть несколько праведников, или даже один праведник, то город спасется и так далее. Да. Вот. Я думаю, что все эти начала есть и сейчас, вот, и они всегда были, в общем, в меньшинстве. Но отличие традиционного общества современного в том, что в традиционном обществе эта духовность, она передавалась в народ. Знаете? Да, общая аура была. Да. Был контакт. Любой крестьянин 19 века и Серафим Саровский, любой крестьянин понимал его, в значительной степени понимал. Это был контакт между народом и представителями таких священных моментов. Да? Вот. Но сейчас во всем мире этого нет. Сейчас разрыв какой-то получается. Как будет потом, посмотрим. А как вы вот соотносите вот современное старое течение жизни и интернет? Вот интернет и старое движение жизни. Потому что уже наглядно происходит, уже самые различные моменты. Вот если возьмете выставку автомобилей, да, старинных, то стоят с удовольствием, и дети смотрят, они понимают, как это здорово сделано. А автомобили вот эти, которые сделаны, они шикарные сейчас, пока вот мы еще не наелись. Да. Мы же, к сожалению, если бы народ вовремя накормили, как следует, то революции, может, и просто не было. Без всяких этих небес и всех прочих вещей. Вот. И все это примелькивается очень быстро, и очень быстро стареет, неустойчиво это. По-видимому, здесь и духовность наращивается уже другая в связи с этим. Потому что обезличка идет. Вот, например, стихи пишут, очень похоже на то, что вот через проходит как бы вот эти через интернет это сам. Это огромные гирлянды вот так вытаскивают слов, за которыми ничего не чувствуют, нет живой души. Обложки, книжки. Вот раньше были художники, которые делали замечательные, они были даже просто специализировались на книжной графике, все. И насколько это здорово, это можно было вырезать и повесить на стенку. Эту хорошую эту работу. Сейчас же это все на компьютере шарашут, как говорится, и все. Ну, это... И вроде так, пёсенько, хорошо и нормально, но... Да, но это момент вот массового такого общества, о котором в 20 веке писали тоже. Здесь уже, видимо, что можно сказать, что интернет можно же использовать во благо, не только во вред, да? Ну, вот, во-первых, там действительно информация. Как благо или как неизбежность уже? Да, и как неизбежность. Вот. Но, из всякой ситуации всегда есть выбор. И я думаю, что вот молодые люди, которые, ну, можно сказать, интернетное поколение, которое я вижу, вот те, которые перед моими глазами, да, с которыми я общаюсь, и которые читают мои книги, они, читая интернет, они пользуются интернетом, не все даже. Вот. Но они сохраняют вот эту свою личность при этом. Вот. То есть интернет не поглощает их. Вот. Они просто используют это как средство. Как инструмент. Как инструмент, да. Я вот, Юрий Витальевич, вообще не узнал бы без интернета.
Вот, Валерий Илюшин меня зовут. Я написал как раз предисловие к «России вечной», к последнему изданию. Да. Это большая честь для меня. Спасибо большое, что вы мне предложили. Вот, хотел бы вступиться в защиту такого и молодого поколения, и переходного. Я всегда вспоминаю такую байку, когда обвиняют интернет. Да. Отца Унуфрия спросили: «Правда ли, батюшка, что компьютер от беса?» «Не от беса, а от прогресса. Но путем прогресса мы идем в объятия беса». Поэтому все тут, конечно, зависит от человека, а не от технологии. Человек только ее придумывает, а если она им завладевает, это проблема человека, а не технологии. Вот если он начинает из себя делать андроидов, снимать сначала про это фильмы, а потом уже себя соответствующим образом изменять. Да, вот. Я хотел бы вот еще, так скажем, добавить, может быть, тому, что сказал Юрий Витальевич, да. Во-первых, огромнейшее счастье было работать над предисловием не только с той точки зрения, что с точки зрения познания, да, текста, интерпретации его, но и обмена мнениями с самим Юрием Витальевичем. Вот, например, сейчас речь зашла о советском периоде. И ведь пока мы не познаем его на более высоком уровне, который отрицает чисто негативное восприятие и чисто позитивное, а такое более философское, метафизическое познание, мне кажется, что и современной России, конечно, трудно двигаться вперед. И вот здесь у меня, так скажем, по этому поводу состоялась такая переписка, можно сказать, телефонные, скорее, переговоры. Я Юрию Витальевичу высказал такую идею, что Юрий Витальевич, безусловно, известен своей позицией, что Октябрьская революция, революция была во многом катастрофой для России. С другой стороны, я ему, так скажем, высказал такую чисто свою личную идею, что за счет этой катастрофы произошло две удивительных вещи. Первая удивительная вещь – это всплеск пассионарной энергии необычайной силы. Ведь энтузиазм народа, который возник в конце 20-х, 30-е годы, он позволил сделать действительно очень многие вещи, на которые сейчас многие смотрят как на чудеса. Скажем так, если бы не было, так как я не только человек гуманитарный по складу характера, но и технократ, без этого не создана была, например, действительно большими жертвами, без этого, но и большими усилиями, чисто энтузиастами великолепной организации труда, без этого не была бы создана та самая промышленность, при помощи которой мы выиграли в Великой Отечественной войне. Конечно. Если бы это не было сделано... Давайте не будем, это, типа, если зайца конечно, можно упрощать и говорить, что... Давайте нет, я просто как бы... Да, если говорить о суде, две удивительные вещи. Это выплеск энергии, как бы мы к нему ни относились. А вторая вещь, это на самом деле, она была связана с тем, что ход жизни, начиная с тех же 30-х годов, был, подвергнут консервации, заморозке. То есть, на самом деле, то самое традиционное общество, о котором мы говорим, в Россию вернулось в 30-е и 40-е годы, но только под другой личиной. То есть, на самом деле, то же самое, так скажем, писал Бердяев, да, возникла новая вера, русский коммунизм. Эта вера, безусловно, трансформировалась в любовь к своей собственной родине, а не только к товарищу Сталину, как бы ни к нему не относились. Потому что действительно, все многие люди, которые вступали в коммунистическую партию, либо которые строили заводы и фабрики, которые писали книжки, в том числе в подполье, в том числе в стол, да, они же любили свою страну. Они они любили свою страну. Это абсолютно точно. Они любили свою страну, они хотели что-то для нее сделать. Вспомните, например, реформу образования 30-х годов. Нет, вы знаете, можно не перебивать? Я как раз иллюстрация идеи, иллюстрация идеи. Смотрите, маленький штрих. И у нас есть ведущий вообще. Да, хорошо, ведущий. Маленький штрих. Раздельное обучение мальчиков и девочек в 30-е годы, которое, по-моему, в 50-е было упразднено. Это элемент традиционного воспитания. И получилось так, что, несмотря на все трагедии, отчасти произошло великое чудо, и результатом этого чуда на самом деле является
и литература русская, советская, представителем которой является Юрий Витальевич. Какой пласт вы поднимаете? Да. Юрий Витальевич даже меньший пласт поднял, нежели вы. Это все интересно, это все абсолютно спорно. Это уже другое. Это абсолютно другое, да? Другой аспект. Да, да, об этом можно говорить очень долго и говорить, в общем, бесконечно. А Валерий Коваленко хотел задать какой-то вопрос, потом Татьяна Пацаева, да? Просто небольшие вопросы, не будем мучить Юрия Витальевича. Юрий Витальевич, меня зовут Валерий Александрович Коваленко. Мы с вами знакомы, но потом в течение 2 лет никак не могли пересечься. Ну, наконец-то вы мне попались. И я принес те книги, которые я собирался вам подарить еще 2 года назад. Но никак. Я пытался вам передать через других людей, и потом книги, совершив путешествие, возвращались мне. Значит, сегодня я вам эти книжки вручу. Так, вопрос у меня вот какой. Одна из очень важных проблем всего вашего творчества – это проблема взаимоотношения между религией и наукой. И вот у меня вопрос. Скажите, существует мнение о сближении и о грядущем слиянии 2 этих областей знания? Вот как вы, ну как на духу, ответьте, пожалуйста, вы считаете, что действительно их слияние, их конвергенция должна произойти? Ну, или все это ерунда? Нет, я думаю, что это может быть, но до известной степени, потому что это сближение не столько с религией как таковой, потому что религия все-таки обращается уже к Богу, уже к вещам, которые, ну, как бы не подвластны опыту, да, такому обычному опыту, с которым имеет дело наука. Но многие элементы, которые входят в религию, в древнюю, особенно в древнюю философию, в древнюю космогонию, вот, они, безусловно, будут раскрываться, и здесь конвергенция неизбежна. Потому что недаром, по-моему, в Новосибирске происходило совещание, такое съезд, можно сказать, где с одной стороны были физики, вот, а с другой стороны физики. Ну, аттракционные явления. И традиционные буддийские, буддисты, которые рассказывали о буддийской космогонии. Вот. И здесь, конечно, когда, тем более дело в том, что, ну, древние знали о невидимых мирах очень много, это не было фантазии, что древний мир, что они были населены шизофрениками, что ли, смешно. А изучение торсионных явлений – это путь к соединению науки и религии? Изучение что? Торсионных явлений. А, ну да, конечно, это пути. Акимов, Шипов, вам знакомы имена? Акимов, Шипов? Нет. Нет? Шипов разработал теорию. Я понимаю, что такое счастье, что Юрий Витальевич сегодня приехал. Это такая радость для всех нас. Буквально маленькие вопросы, да, Татьяна? Так что я ответил, что да. Да? Да нет, как... Правильно, конечно. Это должно произойти обязательно. Взаимный интерес. Разные вещи совсем. Каждый раз не вещи. Да, взаимные интересы. Еще Спасибо. Меня зовут Таня Пацаева. Я хочу спросить, ну ведь совершенно очевидно, что цель, ну, счастья и прогресса состоит в том, чтобы, ну, осталось одно государство, планета Земля, и одна национальность земляне, чтобы не было ни эллина, ни иудея. И ведь, ну, скажем, англичанин или американец, близкий по духу, мне гораздо ближе, чем русский, но чуждого мне мировоззрения, да? И если это так, если наша конечная цель – это единение всех людей планеты Земля, то стоит ли делать такой большой акцент на национальной идее, на какой-то особо русской идее, на особо так уж патриотизме? Не получается, что мы слишком тормозим на промежуточной станции? Да, это уже докторская диссертация. Да. Очень коротко, это простой вопрос, очень коротко, ну, ответить. Бог создал разные. Да. Нет, ну нельзя из китайца сделать американца или француза. А французу и нельзя. Не надо главное. И не надо главное. А француза нельзя сделать китайцем или японцем. Как разные люди существуют, так и разные народы, разные цивилизации. Это просто факт, и он всегда так будет. Так это Богом так создано. Вопрос о том,
состоит, чтобы эти народы и эти люди жили в дружбе друг с другом, друг с другом, и образовывали единое человечество, которое не ведет бесконечные войны внутри себя, внутри самих народов, внутри самих цивилизаций и между цивилизациями. Вот в чем вопрос. А то, что если люди различные, то что же их всех нивелировать, смешно. Также и народы, и цивилизации, они настолько разные, но они образуют весь тем многоцветие человечества. Их нельзя смешивать. Вопрос в том, чтобы они жили между собой, уважая друг друга, и жили в дружбе. Вот это цель. На самом деле человек настолько еще несовершенен, что история представляет из собой бесконечную вражду. Причем вражду внутри народов тоже. Да? Знаем, гражданские, религиозные войны и так далее. Юрий Витальевич, в метафизическом взаимодействии. Вот. Вот, ну, между да. прочим. Ну, да, и метафизическое взаимодействие. Так что, приятнее. Здесь... Все хотят не так. Еще вопрос, Наталья Рожкова. Такой ответ на вопрос Татьяны является каким-то финишным, но у меня коротенький вопрос. Как вы оцениваете деятельность такой исторической личности, как Константин Петрович Победоносцев? Положительно или отрицательно? Победоносцев, ну... Вы знаете, что, ну, это был одно время Достоевский дружил с Победоносцевым, вот. Ну, видимо, что-то было в нем, трудно говорить, что он был негативен или он был позитивен. Там были, видимо, и негативные черты какие-то, и позитивные. Он хотел заморозить Россию, да? Вот, что значит заморозить? Он хотел, он видел, что прогресс ведет к социальному взрыву какому-то, да, что ведет к революциям и так далее. Вот, хотя революция в России произошла не из-за того, что народ голодал, он никогда не голодал там, кроме вот стихийных бедствий, а из-за этой бойни, из-за Первой мировой войны, которую развязали, вот, и ради господства там, в Германии, там, дележки мира, да, вот. И это была такая кровавая баня, что народ, психология народа не выдержала. Это была первая, уже не война, а война. Вот. А Победоносцев, конечно, видел это, он хотел как-то остановить вот все это движение. Да? Но остановить тем, что замораживаешь, невозможно, потому что все равно вот идет движение, пусть движение к плохому, но оно совершится, это движение. А потом после плохого может быть движение к хорошему. Китайцы же мудрецы, почему они существуют тысячелетиями, 5-6 тысячелетий, и на свою территорию сохранили свой народ. Потому что они знали не теорию прогресса, которую выдумал Маркс и тому подобное, а теорию циклов, когда процветание сменяется упадком или средним состоянием. Теория циклов прекрасно разработана. И почему они так мягко перешли от социализма к какому-то другому строю, непонятно даже, что это такое. Вот, потому что коммунизм, они говорили о коммунизме только для иностранцев. Они переводили на свой язык слово коммунизм, это был период какого-то собирания сил. А потом наступило малое процветание. Сейчас малое процветание, рождается большое процветание. То есть они жили по-своему, они жили своим календарем и своими представлениями о историческом пути, который ничего общего не имел с западными представлениями. Поэтому они и выжили. Юрий Витальевич, а помните, у Блока в «Возмездии», да? Победоносцев да. над Россией. Про стерцы совиные крыла. Да. Что это было? Мощнейшие строчки. Мощнейшие, да. Он, конечно, вот играл. Ну, может быть, он хотел блага, видимо, для России, как в общем. И все, которые хотят блага, часто результат плохой, да? Вот, но это благо, так сказать, было тоже утопично, заморозить Россию. Юрий Витальевич, а по поводу китайцев, просто хочу рассказать любопытный такой момент. Недавно, помните, китайцы боролись с воробьями, да, они расстреляли, уничтожили всех своих воробьев. Юрий Витальевич, недавно мы с китайцами оказались на Воробьевых горах. Как? И они... Совершенно потрясенно меня спрашивают, почему эти горы названы Воробьёвкой. Это было для них сильнейшее потрясение. Так, чтобы немножко разрядить ситуацию. Фёдор Вадимович Шиловко ведет. Да.
Вы знаете, вы процитировали много замечательных поэтов и дивных совершенно строчек, и я хотел бы эту коллекцию дополнить стихами, которые, я думаю, что все присутствующие прекрасно знают, но которые очень хорошо ложатся в ткань ваших рассуждений. Это заключающее четверостишие из стихотворения Вячеслава Иванова, да, которое называется «Русский ум». Да. Вот заканчивается таким четверостишием. «Он трезво мыслит о земле, в мистической купаясь мгле». Да. Да? Вот это, между прочим, действительно одно для меня, во всяком случае, это объяснение. Это знаменитые строчки. Да. Объяснение того, почему вот, там, умом не понять, и почему, в принципе, западная публика плохо понимает. Да, потому что, Россия, потому что действительно, и, кстати, ваши собственные рассуждения, они были блестящим подтверждением того, да, что вы очень трезво как бы оценивали многие моменты, которых касались, да, но при этом именно вот с той самой метафизической позиции. Да. А при том, что на самом деле, что действительно в какой-то степени отличает Россию там, от других европейцев, заключается в следующем, что в принципе в нашем национальном сознании сохранилось понимание того, что единственная подлинная реальность – это реальность не та, которая дана нам в ощущениях, а та, которая нам в ощущениях не дана. Да, вот это метафизический реализм. Да? То есть мы, ну вот в этом смысле, да, мы действительно сохранили вот ту древнюю христианскую традицию, которая понимает, что есть только одна реальность. Да. А мы ее отражение. Да. Плохое, хорошее, понимаемое, непонимаемое, понятное нам самим или непонятное нам самим, но ну, просто какое-то отражение. Да, и что как бы объективная реальность, она не может быть нам дана, как бы, да, поскольку мы только пропускаем ее через свое сознание. Да? Вот. И мне на самом деле было вот очень интересно услышать то, что я услышал сегодня. Единственное, у меня есть пара небольших замечаний, потому что мне показалось, что есть и некоторые внутренние противоречия в ваших рассуждениях, когда вы говорили о 90-х годах. Потому что, с одной стороны, вы назвали это поражением, с другой стороны, оценивали это несколько по-иному. Вот я должен сказать, что с моей точки зрения, 90-е годы, конечно, никаким поражением не были. Да? Это была одна из совершенно уникальных побед, чем мы тоже вызвали у остального мира отрыв. Потому что мы победили самих себя. Вы правильно сказали о том, что мы победили свой собственный тоталитаризм. Да. Знаете, совместно там с британцами и американцами победить тоталитаризм германский, это одно дело. А самим победить себя, плюс к этому освободить всю Европу. Не только восточную, которую мы просто освободили от вот, метастазов этого тоталитаризма, но мы всех остальных освободили от страха. Мы победители. Другое дело, и я с вами согласен, что некоторые слабонервные журналисты и политики действительно много чего накудахтали, я прошу прощения за такой вульгаризм, по поводу нашего поражения в 90-е годы. Повторяю, на самом деле вот мы должны перевернуть это сознание, потому что мы на самом деле подарили миру ну вот, как бы вот свободу от его собственного страха. А на самом деле это самый дорогой подарок, когда вы можете кого-то от его там подлинных или неподлинных сомнений и фантомов, и химер освободить. А вот мне думается, что это замечательное замечание просто, да, и оно подтверждает еще один другой момент. Мне вот нам с Машей там говорил один, я не помню, кто он, но он был с Востока, араб или индусы, не помню. Но он говорил такую вещь, вы знаете, он был левый социалист, вот. Он говорил, что вы вот своей революцией, вы принесли себя в жертву. Но в жертву какую? Вы этой своей жертвой, вы освободили много народов. Потому что третий мир, он воспринял ваши идеи не только как социалистические, да, но и как национально-освободительные, да. И под знаменем вот вашей революции совершилось освобождение Китая, да, потому что там уже колонизация происходила, Индии и вообще Востока. Но и кроме того, вы очень дали много рабочему движению
на Западе, потому что тогда буржуазия пошла на уступки, сразу боясь революции, это факт, и стала делиться с рабочим движением и организовали такую социальную, полукапитализм, полусоциальное государство, которое родился после Второй мировой войны. До Первой мировой войны рабочие на Западе жили очень плохо. Вот. А вторая, а опасность революции, тогда же все нагнеталось, революции были и в Германии, и Австро-Венгрия пала, и где только не было, и в Китае, по всему миру прошли такие революции, не такого плана, как у нас, да, но они имели позитивный результат и в улучшении жизни вот, рабочего класса на Западе. Другая система родилась, полусоциализм, полукапитализм во Франции. Это не зовет, там слово капитализм считается полубранным, особенно в скандинавских странах. У нас не капитализм, у нас или, говорят, демократия, или социальное государство. То есть полусоциализм, полукапитализм. Ну, короче говоря, основной его тезис был, что Россия принесла себе жертву, потому что она, так сказать, она потерпела от этой революции очень много страданий. Да? Ну, кто помогла, видите ли, другим народам освободиться? Ну, вот, такая точка зрения есть. Ну да. И, конечно, очень тоже правильно вы и говорили, наверняка это из книги, я, к сожалению, ее еще просто не читал, о том, что, безусловно, Россия отвечает, вот в нашей модели цивилизации, она отвечает за парадигмальные знания, то, что, ну вот есть как бы в философии такое понятие, да, то есть за создание новых смыслов. Да. И такое деление между Западом и Востоком Европы, оно было всегда. Греки создавали парадигмальные знания, а Рим находил им практическое применение. Да. Потом этим же занималась Византия, а там, Франкские королевства тоже что-то из этого. И арабы, кстати, между прочим, из этого извлекали какие-то, значит, вполне прагматичные, как бы, создавали технологии некие, как мы сейчас говорим. Да? Да. Вот сейчас такое вот разделение, мы просто вот за собой это сохранили. И в этом смысле вот тоже у меня маленькое возражение, потому что мы, конечно же, не являемся в этом смысле самостоятельной цивилизацией. Мы являемся представитель, поскольку, кстати, вы когда описывали цивилизации, всюду как бы не явно, но указывали на религиозный момент. Да? Вы говорили, исламская цивилизация, индуистская цивилизация, да, там, китайская, ну просто ну, китайцев триада, там нельзя сказать, что там конфуцианство, даосизм или буддизм, да, там триада религиозная. Но тем не менее, всюду имеется в виду это. Да? Значит, мы вариант восточный вариант христианской цивилизации. Другое дело, что действительно там западное христианство пошло принципиально по другому пути еще даже до Первого Никейского собора, на самом деле. Да? И для этого были свои совершенно понятные основания, которые сейчас просто обсуждать нет времени и нет места. Вот. Но вот это мы должны на самом деле себя осознать как таковые, да? То есть что мы часть единой европейской цивилизации, потому что если мы сами себя так не осознаем свою роль, то тогда я боюсь, что у европейской цивилизации вообще будущего нет. Потому что так как вот идут события, я просто, поскольку специалист по древней истории, по первой своей специальности, да, то вообще все, что сейчас происходит, мне напоминает как канун гибели Римской империи. Да? Вот, то есть, как бы вполне, если мы не соберемся, да, не сосредоточимся внутри своей собственной цивилизации, то вполне возможно, что Азия и Африка у нас поглотят. Да, они уже все говорят на европейских языках, они уже все получили образование. Да. Вот, и как готовы занять это место. Только не с этой Европы. Только, конечно, я как больше пошла дискуссия, и так как я так скажем, немногие, кто, наверное, эту книгу читал, да, то, конечно, хотел бы отставить позицию Юрия Витальевича, которую она в своей книге излагает, что 90-е годы, безусловно, были годами поражения. И эти годы поражения приводят к тому, что сейчас просто страна вымирает. И как одна из самых главных проблем... Не перебивайте меня. Как одна из главных проблем Юрий Витальевич, так скажем, в своей книге «Россия вечная» приводит колоссальный демографический кризис. Для того, чтобы... Не перебивайте. Для того, чтобы страна жила, для того, чтобы жила культура, для того, чтобы... У меня нормальное, хорошее образование. МГУ. У меня пятеро детей. Вы мне говорите о демографическом кризисе. Где он?
Что? Что вы мне говорите? Сколько у вас детей? По миллиону. У меня двое детей. Отлично. Полтора, как это, по 200 тысяч в год вымирает последние 10 лет. Примерно по 800 тысяч населения вымирало с 91 по 2000 годы. Вы сначала статистику, матчасть выучите, а потом уже, собственно говоря, хамите. Господа, ругаться не будем. Вот. Да, на самом деле, без агрессии. Знаете, я знаю так много, что вы даже не представляете. На самом деле, ситуация очень серьезная. Ту, которую описывает Юрий Витальевич, не только в метафизическом плане, но и в плане конкретной политико-экономической ситуации. И если мы сейчас будем говорить, вот давайте в объятия к Европе. Я согласен, но в какой Европе? Да не в объятия, а ее в объятия. Россия это одно и то же, что и значит, западное христианство, только причем в книге ясно звучит, что на самом деле наиболее близко к России. Это Белая Индия. Россия это Белая Индия. Нам наиболее близко по духу и по цивилизационным кодам вообще Индия, а не Западная Европа. Вот так вот. Кого-то прерывают, кого-то нет. Тра-ля-ля. Все произошло. В течение 20 века вымирала Россия. Все. Давайте на эту историю России закончим. Ой, нет, господа, давайте мы продолжим потом. Вы знаете, с вами интересно спорить. Конечно. И я думаю, что мы это продолжим. Два миллиона крестьян не уничтожили в 30-е годы. Да. Это количество населения Федор Владимирович, в империи 145, в Советском Союзе на излете 290 миллионов. Господа, можно я вас объединяю еще фактом? Я Юрию Витальевичу уже это рассказывала неделю назад по телефону. Я говорю, Юрий Витальевич, сейчас губернаторы в России собирают всех своих избирателей и говорят, чтобы в каждой семье было не меньше трех детей. После этого распускают всех своих избирателей, и избиратели идут работать. Потом опять собирают и спрашивают, как дела. Поэтому, господа, по поводу демографии можем продолжать и дальше. Да? Но у нас сколько сейчас времени? У кого часы выше? 25. Значит, у нас, господа, у нас следующее, это чтение стихов по кругу. Мы очень благодарны Юрию Витальевичу, что он приехал. Юрий Витальевич, так интересно. Я думаю, что через месяц мы соберемся здесь же, у нас будет презентация «Альманаха «Словесность-2012». И там будет как раз большая преамбула, это статья Юрия Витальевича о России. И я думаю, соберемся здесь, поговорим. Юрий Витальевич, вы когда возвращаетесь из Парижа? 23 марта. 23 марта, а мы встретимся где-то в начале апреля, да? Не, ну ты к нам послезавтра уезжаем, еще не сей, может быть, тогда сейчас. Да, Юрий Витальевич послезавтра уезжает во Франции. Господа, давайте скажем огромное спасибо, поблагодарим, поаплодируем. Сколько у вас учеников, поклонников? Одно удовольствие смотреть.